Здравствуйте, дорогие мои друзья, точнее, доброе утро. Я к вам с очередной новостью. А новость такова. Компания Google решила выпустить новый чат. Это будет мега-мессенджер, который будет встроен автоматически в операционную систему Android. Да-да, он будет прямо с коробки. Для того, чтобы попробовать этот великолепный чат, кстати, он еще находится в разработке, достаточно купить себе любой Android-смартфон, принести его домой. Или же на улице найти себе какую-нибудь Wi-Fi точку, создать учетную запись Google и автоматически вы зарегистрируетесь, естественно, в самом чате. Все ваши друзья, которые аналогично, как и вы, поступят, купят себе какой-нибудь смартфон Google, зарегистрируют себе учетную запись, попадут к вам в контакт-лист. Как по мне, так это очень круто. Теперь даже те, кто не любят чаты, все равно будут там зарегистрированы. Вы вспомните Google Plus. Те люди, которые ненавидели социальные сети, все равно были там зарегистрированы. Поэтому смело удаляйте все мессенджеры вообще с телефона, там, ICQ, Telegram, WhatsApp, Viber, они больше не нужны. А если вам это не нравится, ну, наверное, свое не нравится можете скрутить и засунуть куда-нибудь, так как вас никто спрашивать не будет. Напомню, те компании, которые выпускают смартфоны вместе с операционной системой Android, если не будут поставлять операционную систему вместе с сервисами Google, не будут проходить сертификацию. Например, у меня смартфон Meizu M5S. Он полностью отрезан от сервисов Google. Их нужно устанавливать самостоятельно. Получается, у меня есть право выбора, синхронизироваться с Google или не синхронизироваться, использовать их не сервисы, отдавать им свои данные или не отдавать. Так вот, приобретая M6S или более новые, вас никто спрашивать не будет. Это будет насильственная гуглизация вашего девайса. Что-то подобное уже было в нулевых годах. Когда вы создавали себе почтовый ящик на Mail.ru, вас автоматически регистрировали на сервисе «Мой мир». Это очень много кого взбесило, но почему-то мало кто говорит про то, что с ними делает Google. Немножко народ попищал по поводу того, что их автоматически регистрируют в Google+. Google+, это такая унылая, неинтересная социальная сеть, в которой никто не сидит. Но он там есть. Теперь вы еще будете в чате. Поздравляю. Я очень сильно надеюсь, что компания Meizu, это не последняя компания, которая отвязывала свои телефоны от сервисов Google. Я очень надеюсь, что когда мой Meizu уйдет на тот свет, то есть вслед за моей Lumia, я найду подобную марку, которая отвязана от сервисов Google, так как я не хочу пользоваться сервисами Google. Единственный ресурс, который я использую из Google, это YouTube. И то, на момент регистрации на данном ресурсе, он Google не принадлежал. Вы знаете, Google уже конкретно поднадоел, можно так сказать, своей глобальной монополией. Кроме того, что они везде насильно навязывают свои сервисы, свой браузер, так еще они могут без спроса в браузер засунуть антивирус. Про собирание данных это, конечно, мягко сказано. Господа Google-любы, прошу меня сильно не хейтить, так как это мое личное мнение. Я вам его не навязываю, но я имею право его выразить, так как это мой персональный канал. Спасибо за внимание. Всем всего хорошего и прекрасного дня.